Всем привет, друзья! Сейчас я на том дворе, где у меня цесарки. Засветило у нас солнышко. Сегодня уже вылетело с головы 24 января. Погодка у нас наладилась, ночью небольшой минус. Ну а днем тоже минус 1, минус 3, вот так вот. Снег растал, была вот теперь. Так что вот такая вот погодка. Надо, кстати, как-нибудь посчитать их. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Ну, в районе, наверное, 16-17 штучек. Я так сразу не посчитаю, но где-то так. Солнце светит, немного неудобно снимать. И, ребят, же здесь же с цесарками, кто помнит, молодежь курочек, цыплят, которым тесно было в общем курятнике. Они с ними и раньше были, подрастали, и потом я их перевел. Скоро уже буду переводить обратно. Здесь я смотрю петухов. Лишних достаточно. Надо будет убирать. Карлика он, курочка, ходит. Ну так. И, ребят, уже цесарки начали летать. Когда я им подрезал крыло месяца два назад, когда сюда переводил. То есть надо уже данную процедуру повторить. Я смотрю, вот петух, он петух. Надо будет поубирать лишних петухов. Может, через пару неделек займемся этим вопросом. И вот, наверное, петух. Вообще хватает петухов лишних. Себе уже на племя обычных петухов оставил. Видите, летают. Ну ничего, подрежем крыло скоро. Как страшно, я же вам ничего не делаю. Ну тоже молодая курточка, курочка. Ну еще не несутся, молодые не несутся, старые тоже несутся, но очень плохо. Ничего. Ну как-то оно будет. Немножко грязно, ну, когда-нибудь тоже дойдут руки, поубираем. Цесарок еще не перебирал. Самцов и самок. Вот один гоняет всех. Я там оставлял одного самца белого, возможно, вот он и есть. Прошлогодний. У меня там просили, но до сих пор человек не забрал. Пускай пока побегают. Сунутая птичка. Сейчас и двери откроете. Yes.
Свобода. Устрял. И это, наверное, у меня цесарята поздняя. Видите? Конец января, грубо говоря. Им еще до марта еще потянутся, и яйцо пойдет хоть в ранних цесарках, хоть в поздних, яйцо пойдет весной, когда температура воздуха прогреется хотя бы до плюс 10. Солнце светит. Ракушка кончилась, надо ракушку насыпать. И сено, кто помнит, насыпал полные. Видите, повыгребали фазаны с той стороны, а цесарки с этой. То есть подоставали сено. Это вот стоит корыто, когда-то очень давным-давно было корыто для больших белых свиней. То есть, наверное, дедушка у меня делал это корыто. Возможно, я его скоро буду использовать. Ну, не скоро, ближе к лету, но это вам уже покажу, как буду делать. Вот такие, ребят, дела. С цесарками, кто просил, заснял. Все у них хорошо. Кричат, ходят, едят, пьют. Все как обычно. Боюсь. Так, все, ребят, цесарок показал. Так что всем спасибо за внимание. Всем удачки и всем пока.